Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «Санаториумс» является вашим персональным помощником в выборе санаторно-курортного лечения. Сегодня мы для вас проведем видеоэкскурсию по спа-отелю «Палас Звон», который находится на курорте Марианские Лазни в Чехии. Покажем, какое здесь проживание, питание, а самое главное, возьмем интервью у главврача и посмотрим лечебную базу. Спа-отель расположен в центре курортной зоны Марианские Лазни, в непосредственной близости от главной крестовой колоннады с лечебными питьевыми минеральными источниками, до которой всего лишь 260 метров. Для того, чтобы оценить особенности расположения спа-отеля на курорте Марианские Лазни и расстояние до минеральных лечебных источников, предлагаем посмотреть на него с высоты птичьего полета. В спа-отеле 127 номеров разных категорий, подключение к интернету по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. Для удобства передвижения гостей по спа-отелю «Палас Звон» здесь установлено 3 лифта. Но хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что на каждом этаже здания до некоторых номеров идут вот такие ступеньки, их здесь 16, поэтому прошу учитывать для людей с теми или иными проблемами опорно-двигательного аппарата. А сейчас предлагаю посмотреть, какие категории номеров здесь предлагаются. Сейчас посмотрим на номер категории двухместный Superior. Дверные замки здесь на ключ. Площадь номеров данной категории от 20 до 25 квадратных метров. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты, где установлена кровать размером 2 метра на 180 сантиметров. В некоторых номерах есть кровати, которые можно раздвинуть, так называемый твин. Гостям предоставляются халаты, в которых они могут ходить на процедуры или в wellness-центр. Также набор полотенец. Возле кровати с каждой стороны есть тумба со светильником, телефон для связи с персоналом спа-отеля, большой шкаф для личных вещей, журнальный стол, два мягких кресла, письменный стол, к нему мягкий стул, зеркало, телевизор с различными программами, также и русскоязычными каналами. Есть набор бокалов, минеральная вода, небольшой холодильник, оборудованный мини-баром, а также сейф. В данной категории в некоторых номерах есть балконы. Вид открывается на улицу и центр курорта Марианские Лазни или во двор. Подключение к интернету здесь по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. В номерах возможно проживание с домашними животными за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании данного номера. Обращаем внимание, что на полу ковровое покрытие. Во всех номерах установлена батарея с регулятором температуры. В прихожей вешалка для верхней одежды, зеркало, вход в совмещенный санузел, где установлена душевая кабина со съемным душем, но может быть и ванна. Гостям предоставляется жидкое мыло, два умывальника, большое зеркало с подсветкой, здесь еще есть жидкое мыло, стаканы, полотенцесушитель с регулятором температуры, унитаз. Мы посмотрели на двухместные номера категории Superior в здании Звон, а так выглядят номера этой категории в здании Палас. В ванной комнате здесь установлена ванна и есть биде. Ну вот мы увидели, какие категории номеров предлагаются в спа-отеле, а сейчас пойдем в ресторан и посмотрим, как организовано здесь питание. Thank you.
спа-отеле два ресторана. Это ресторан «Людвиг» на 50 посадочных мест. Здесь проводятся завтраки и иногда ужины. У ресторана «Людвиг» есть открытая терраса, где гости в летнее время года могут позавтракать или поужинать на свежем воздухе. С террасы открывается прекрасный вид на центральный парк Марианских лазней. Это ресторан «Звон». Он на 90 посадочных мест. Он считается основным рестораном в спа-отеле. Здесь проводятся завтраки, обеды и ужины. Завтрак проводится в виде шведского стола. На завтрак из напитков предлагается чай, кофе, несколько видов сока, вода. Мы находимся с шеф-поваром ресторана Яном Гайдашем. Он имеет общий стаж работы в гастрономии с 2008 года. Здравствуйте, Ян. Расскажите, пожалуйста, что и как вы готовите на обед и ужин для своих гостей? На обед готовим все типы мяса. У нас предусмотрен полупансион и полный пансион. Конечно же, предлагаются салаты, овощи, макаронные изделия и многое другое. Также готовим морскую и пресноводную рыбу. По большей части меню зависит от сезона. Ужин у нас проводится в виде буфета. Есть у нас и меню а-ля карт. Помимо этого, есть специальные предложения вроде пасхальных, рождественских и других праздничных ужинов. Что из напитков предоставляется бесплатно гостям на обед и ужин? Бесплатно предлагается на завтрак апельсиновый сок, яблочный сок, кофе, чай и горячий шоколад. У нас есть бариста, что готовит сам кофе. К сожалению, на обед и ужин напитки за дополнительную оплату. А готовите ли вы диетическое питание своим гостям? У нас предусмотрены разные диеты. Когда гость приезжает, он дает нам запрос на нужную ему диету. Мы имеем возможность приготовить гостю любой режим питания, в зависимости от его потребностей. Спасибо за интересную беседу. Дякую. Буду ждать вас в нашем отеле. Уверен, вы будете довольны нашим питанием. Дорогие друзья, мы находимся в Палазвон в кабинете главного врача Алоис Андамик. По специальности Алоис невролог, работает на курорте уже более 25 лет и ведет частную практику, занимается мануальной терапией. Сегодняшний наш диалог, он посвящен тому, что лечит в стенах Палазвона, с каким диагнозом приезжает пациент. Так, с главным диагнозом бывает двигательный опорный аппарат, проблемы с шеей, плечами, пальцами, суставами, тазобедренными коленами. Ну а тоже приедут проблемы, например, после инфаркта, когда проблемы с кровообращением сердца или головы. Ну а потом приедут таких тоже пациенты, у которых после эндопротезы. Вот просто самый главный диагноз двигательный аппарат. Но еще здесь пациенты, у которых проблемы с почками, с дыхательными путями, потому что у нас источники, которые специально для этих проблем. Но тоже здесь источники, которые хорошо влияют, когда анемия, а кожа, например, запоры, проблемы с кальцием. Заболевания желудочно-кишечного тракта тоже. И сахар. Сахарный диабет. Да. А какого типа? Какого второго. Второго типа приезжает сюда пациент. Какие есть процедуры для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата? Для двигательного опорного аппарата всевозможные массажи, электротерапия, магнитотерапия, газовые уколы, гимнастика, тепло, грязи, грязовые ванны, подводный массаж. Так. А кто занимается индивидуальной физиотерапией? Индивидуальной физиотерапией не занимается никто.
Никто. То есть это все групповые занятия? Гимнастика в бассейне. Она проходит именно в бассейне? Именно в бассейне. Зала гимнастического нет? Зал нет. Пациент, который приезжает с заболеваниями мочевыделительной системы? С заболеваниями почек? Почек, да. Основное лечение? Основное. Это питьевое лечение? Это источники, ну, отепельные процедуры с теплом. Ну, какие бы вы могли дать рекомендации таким пациентам? К кому приезжать, кому не приезжать, на что стоит обратить внимание? Какие медицинские документы с собой взять? Ну, самое главное, когда приедет пациент, надо принести бумажку, где написано имя, фамилия, когда он родился, диагнозы от врача, которые у него старшие и новые, а потом таблетки, которые он принимает. Угу, это самое главное. Угу. Потому что если я не принесу такую книгу со всеми, я эту не могу читать. Угу. То есть будет достаточно выписки, да, если они привезут? Так. Нужны какие-то инструментальные исследования, дополнительные методы исследования, там УЗИ, предположим, почек, лабораторные исследования? Так если проблемы, например, с камнями, это важно знать, какие камни. Часто задают вопрос, с какими заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит приезжать в Марианский Лазник? Кому помогут? Так помогут процедуры, которые, например, сухая углекислая ванна, которая расширяет сосуды, улучшает кровообращение, стимулирует дыхательное центрум мозга и с кислородом, даже сухие углекислые, или тоже мокрые, или ванны углекислые, а потом гимнастика, прогуляться, пить источники, так, регенерация. Приезжают ли в Палаззвон дети? Так если приезжают дети, так я не детский врач. Надо тоже принести бумажку с диагнозами, а потом надо посетить здесь детского врача, который посоветует процедуры. Дети могут получать процедуры в лечебном отделении Палаззвон? Некоторые процедуры могу получать. Могу получать, например, массажи, могу получать ингаланции. Приезжают ли пациенты с онкологическими заболеваниями в Палаззвон? Приезжают, тоже регенерация, тоже у них проблемы не только онкологические, но тоже двигательным аппаратом, сердцем, кровообращением мозга. Когда бы вы порекомендовали приехать после получения лечения таких пациентов? Какой период времени? После операции, лучевой? После операции нет. Это нужно сказать врач-онколог, когда возможно идти. То есть вы... Это не я. Только они должны привозить с собой какую-то рекомендацию от лечащего врача? Так, очень тоже хорошо, когда принесут, если он не может некоторые процедуры, или если он специально посоветует некоторые процедуры. Еще важно очень есть, когда приедут пациенты, у них бывает пакет терапии, а там нет все процедуры. Они думают, там все процедуры, косметика, все, это нет. Это только пакет, а там нет все процедуры. В этом пакете. Этот выбор процедур, который в пакете, какие-то из этих процедур туда могут быть включены, какие-то нет, это на ваше усмотрение? Нет, не на моем усмотрении. Там пакет, который входят, процедуры, которые входят, а потом процедуры, которые не входят. Сколько бы вы рекомендовали быть на курорте? Минимум 2 недели. 2 недели уже, могу сказать, это уже терапия. Ну, 3 недели лучше. Дорогие друзья, надеюсь, теперь понятно, как осуществляется лечение в Палаззвон. Доктор, спасибо вам большое за диалог. Так, спасибо. Приезжайте к нам на лечение. Процедура углекислая ванна в спа-отеле «Палаззвон» проводится на простой воде с добавлением углекислого газа. Такая процедура показана пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями легких, с целью улучшения работы кровеносных сосудов. Время проведения этой процедуры 15 минут, затем пациент отдыхает. Процедура «Жемчужная ванна» в спа-отеле «Палаззвон» проводится на основе простой воды. Эта процедура назначается пациентам с различными группами заболеваний. Основное ее действие – тонизирующее. Во время процедуры, которая проводится в течение 15 минут,
пациент находится в ванной под действием потоков воды, происходит так называемый микромассаж. Процедура подводный массаж в спа-отеле «Палас Звон» проводится с помощью простой воды под действием струи от 1 до 2 атмосфер. Это тоже определяется врачом. Проводится массаж специальными движениями в течение 15 минут. Если массаж подводный назначен общий, то такая процедура будет проводиться длиннее и будет составлять 30 минут. В спа-отеле «Палас Звон» есть wellness-центр с бассейном размером 6 на 5 метров. Он оснащен различными гидромассажными струями и противотоком. Здесь же проводится и лечебная гимнастика с физиотерапевтом. В wellness-центре есть финская сауна и паровая сауна. Они для гостей бесплатно. Есть еще и инфракрасная сауна с инструктированной гималайской солью. Она за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании спа-отеля «Палас Звон» в разделе «Услуги». Для тех, кто приедет в спа-отель «Палас Звон» на собственном автомобиле, сообщаю, что парковки здесь нет. Но в 100 метрах от спа-отеля есть городской охраняемый гараж. Он за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании спа-отеля в разделе «Услуги». Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за обновлением авторских видеороликов, бронируйте спа-отель «Палас Звон» по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.